Девчонки, доброго всем утра. Сегодня у нас 3 января. Сейчас около 6 часов утра. Жалко, что вам не видно, какие тучи у нас сверху. Классный. Мы наших бабушек повезли в аэропорт. Сегодня последний день, они здесь. Мы сейчас, в общем, выезжаем. В общем, ребят, мы сейчас в аэропорту Ганновера. У нас отлет через полтора часа, наверное. Вон самолетик стоит. Так это все выглядит. Здесь стоянка стоит 15 минут 1 евро. Короче говоря, и главное, этот автомат интересный не берет деньги такие мелкие, а он берет либо евро, либо 50 центов, не меньше. В общем, если вы планируете вылетать, то берите деньги крупные, мелкие он выплевывает. Вот, и максимум можно 1 час здесь находиться на стоянке. Потом нужно опять доплачивать, получается. Что-то холодно, пипец. У меня уже зубы стучат. И получается, в принципе нормально. 1 час 4 евро. Но очень дороговато. Так нельзя. Ну вот, девчонки, спустя сколько-то времени наши бабушки оказались на этой платформе, где уже регистрация на вылет идет. И, в принципе, молодцы они здесь, они помогли так. Ок. Девчонки, вы не представляете, мы выехали фиг знает когда, да, и только вот спустя столько времени попали. Здесь вот каждый терминал отдельно получается. Он 5-этажный. Непонятно, куда заворачивать с дороги. Навигатор показывает вообще, что спросить не у кого, да, реально, ребят. Получается, навигатор показывает вообще левые какие-то адреса в том плане, что посреди дороги, он говорит, во, все, ребят, вы достигли конечного пункта. Да офигеть. И мы пока сюда попали, в общем, это столько времени заняло. Если мы бы, допустим, только впритык приезжали, то мы бы, скорее всего, опоздали. Поэтому здесь с этим шутить нельзя, надо приезжать как минимум за 3 часа, чтобы успеть припарковаться, потому что очень большие парк-плацы, они 7-этажные здесь, в общем весело, ребят. Итак, девчонки, нам в аэропорту не разрешили снимать, я чуть-чуть успела заснять, как наши бабушки переходят уже досмотр и все. Ну, в общем, нашим бабушкам хорошего пути, легкого приземления. И они уже с сегодняшней на завтрашнюю ночь должны прилететь в Алматы. Эта дорога очень длинная, очень по часам, конечно, тяжелая для двух пожилых бабушек, будем так говорить. Вот, но они молодцы, они все успешно и выдержали все испытания за этот период. Все, девчонки, всех люблю, целую, спасибо большое за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте классы и колокольчик под видео с правой стороны тоже не забывайте нажимать об оповещениях о новых видео. Всех любим, целуем, пока-пока!